Самое настоящее горе случилось во Владимирской области. Вечером в пятницу трое маленьких детей утонули в поселке Анопино. Как сообщили в областной прокуратуре, вечером на водоеме близ поселка Анопино с признаками утопления были обнаружены тела троих детей 8-9 лет, двух мальчиков и девочки. По предварительным данным, ЧП произошло на Анопинском водохранилище реки Гусь, которое расположено прямо возле поселка. На место трагедии выехали сотрудники Следственного комитета, руководство прокуратуры Гусь-Хрустального района и полицейские. Сейчас сотрудниками прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших, рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова. При этом в Следственном управлении Следкома России по Владимирской области информацию о произошедшем не комментируют. Как уточнил источник в правоохранительных органах, делать какие-либо выводы пока преждевременно. Предварительно известно, что дети были местными. Со слов очевидцев известно, что это были брат, сестра и их друг. Вопреки появившимся слухам, ребята не находились в розыске, как пропавшие. В связи со случившимся следователи еще раз просят родителей поговорить со своими детьми и объяснить опасность выхода на неокрепший осенний лед.